Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Работы у разгары. Новый мост на трассе М8 может быть открыт в 2020 году. Подяка за перемогу мир и будущую. У Мазыры и Калинковичах отзначили 75-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Снежный снайпер. У Гомеля стартовали областные споборництвы по биатлоне. А зараз об гэтым и іншым больш подрабязна. Пачнем с подрабязности у кадрового дня у кіраўніка державы. Министром транспорту и коммуникации Беларуси назначены Алексей Аураменко. Старшинёй дзяржстандарту стал Валянтин Татарыцкий. Обновлены пул кіраўнікоў мясцовой вертикали. Сёння президентом узгоднено назначение старшинёў райвыканкамаў, у приватности у ветцы на роли и Рагачове. Так, веткаўский райвыканкам узначаліць Павел Селивончик. Старшинёй Нараўлянскага райвыканкама назначены Руслан Смирнов. Рагачовскага Віталь Сушко. Адразу два новыя намеснікі ў старшыні Мінгарвыканкама. Галоўная задача для кіраўніцтва сталіцы – зрабіць Мінск горадам утульным і зручным для жыцця. Прэзідэнт адзначыў, што немало зроблена ў абнаўленні абласных цэнтраў Брэста і Гомеля, асабліва ў сацыяльнай сферы. За вынікі гэтай працы – сур'ёзнае папытанне з кіраўніцтва аблвыканкамаў. Прэзідэнт анансаваў свае паездкі ў гэтыя рэгіёны, каб ацаніць развіццё областей. Найважнейшая задача мясцовой вертикали улады – полепшить жыццё людей. 19-20 годы это будут непростыми политическими событиями, насыщенными, когда и слева, и справа, и на западе, и на востоке нас подвергнут серьезной ревизии на предмет нашего суверенитета и независимости. Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните, никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно и не ухудшим, как минимум, жизнь наших людей. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. Звертаючыся до новых кіраўнікоў, Александр Лукашенко нацелил их на дисциплину и выканаўчасть, а так само перастярог их от фактов коррупции. Новый автомобильный мост про раку СОЖ на трассе М8 граница России и граница Украины может быть открыты у 2020 году. Тут начался монтаж опор будущего збудавання. На пляцоўцы побывал Олег Сенцероу. Детальное обследование моста на объездном участке трассы М8 граница России и граница Украины началось у снежня 2017-го. У початку минулого года по им заборонили рух грузового транспорта, у жнюни и легковых автомобилей. У вогули таких мостов у Беларуси 5 и во всех однольковая хвороба, коррозия металлу. 30 годов тому у будовников еще не было ни отповедных технологий, ни необходимых якостных материалов. Сегодня головные работы на пляцовце по узведению опор нового моста. На опоре номер 3 ведется разработка котлована, получается, и потом устройство фундамента. И после фундамента вводим тело опоры. Работы по будовництву нового моста веде специализованная организация «Мостабуд». Миновита Яна занимается ремонтом буйных белорусских мостов. У ее активе таешь капитальная реконструкция моста «Прас Припять», а тому мая необходимый опыт. Правда, отрознение от сбудования у Житкинском районе. Тут раку накировать у иншей речища не стали, хоть частковое течение обмежевали. Для того, как поставить опоры на воде, частку раки пришлось перекрыть. Для намытия пяску выкрасили земснарад. После того, как опоры будут готовы, рака вернется у ранейшее речище. Когда все пойдет, как планируется, то уже в этом году на новом мосте про СОЖ начнется сборка металлических конструкций, и в 2020-м по им откроется рух транспорта. Зарабить это тем больше необходимо, что зараз весь транспортный поток идет про Гомель, что не лепшим чином отбивается как на дорожном, так и экологичном становище. Что тычется старого моста, то его разберут, или при этом заховают опоры. Нескольких годов тому тут планировалось побудовать другие мост побоч с деючим, але потом от этой идеи отмовились. Не выключено, что некогда до яе вернуться снова. В перспективе этот участок дороги подлежал реконструкции под переустройство на первую категорию. То есть там все равно должен был появиться второй мост. Но в связи вот с событиями последними в Украине грузопоток резко упал, поэтому этот проект пока отложен, но он будет реализован когда-то в ближайшем будущем. Поэтому опоры старого моста, они останутся стоять и ждать своей очереди. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Мазыр отзначил 75-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Урочистые мероприемства прошли на Кургане Славы. 29 месяцев район находился у оккупации. 14 студеня 1944 года во час наступальной операции Мазыр и соседние Калинковичи были вызволены советскими войсками. Слово удячности людям, которые творили переможную историю, віншування усім, хто сьогодні уносить свій уклад у розвиття регіона, виказала керівник району Олена Паулечка. Пам'ять про перемогу неоцінна, з годами вона становиться тільки ярчейшей. Хвилина мовчання, залпи гармат, салют у гонор визволення і перемоги. І особливо урочистий момент – у складання квіток. От керівництва району, ветеранів і озброєних сил, працівних колективів і усіх мазиран. У гэты ж день урочистости прошли у Калинковичах. Удел у их приняла и наш корреспондент Ганна Каральчук. У листопаде 1943 года командование Червоной армии начало распрацовывать план Калинковицко-Мазырской наступальной операции. Военные деяния по вызволению райцентров начались 8 студеня 44-го. Про 6 дзен ворог сдался. При вызволении Калинковицкого района загинуло 12 тысяч советских воинов, у тымлику 15 героев Советского Союза. Каб ушановать память загинувших, на центральной площади города прошел митинг реквием. Для братских могил прогучали слова подяки тем, кто пал у бои за свободу родителей. Калинковичский район, не считая Домановичского и Васильевичского района, он включал порядка 22, ну, с небольшим тысяч жителей, а погибло, на данный момент установлено погибших 18 670 человек. Такой ценой прошло освобождение этой земли. И на данный момент происходит большая поисковая работа. Каждый год устанавливаются новые и новые имена. Удельники митингу представили театрализованные композиции про военную историю краю. У ее героичные и трагичные сторонки. Подпольная комсомольская организация «Смугнар», лагеры смерти у Азарычах, спаленные ворогом вёски. У районе были разбураны все предприемства, колгасы, чыгуночный вузел, школы и больницы. Мясцовые жыхары обновляли с руины уродные мястины, не шкадуючи себе. Иван Соловей подчас войны подлеткам допомагал разведце, а у 44-м годе отправился працовать на чыгунку. Нельзя было. Люди понимали, понимаете, мы понимали, что тяжело в стране, очень тяжело. Вот, надо помогать. Где-то не хватает примерно, значит, я должен свой отдых. Ну, было тяжело, но интересно. Мы старались, как бы, по силе возможности помочь. Потому что всем было тяжело. Под час урочистостей отбылась акция «Марш миру» Гомельского областного отделения фонду миру. Колонна людей прошла по центральной площади города. Узначали колонну выхованцы Гомельского городского кадетского училища и навученцы 27-й школы Гомеля. А кроме того, миротворчая делегация разом со старшиней областной организации «Дети войны» подрихтовала для мясцовых ветеранов подарунки. Освобождение началось в Гомельской области, поэтому Белорусский фонд мира в течение вот уже нескольких месяцев принимает участие в праздновании этой даты. И большой миротворческой делегации мы сегодня приехали в Калинковичи для того, чтобы разделить радость большого праздника 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В торжестве принимают участие 7 ветеранов Великой Отечественной войны. И в рамках сегодняшнего торжества Белорусский фонд мира вручит им благодарственные письма и небольшую материальную помощь. У ходе Калинковицко-Мазырской операции был вызволен еще один район Гомельщины – Лельчицкий. Он примет эстафету святкования у 23-го студеня. Ганна Каральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковицкого района. Протягиваем выпуск. Узровень зарплаты, вытворчая дисциплина и створение належных бытовых умов. Мобильная группа Гомельского гарвыканкама протягивает мониторинг ситуации на предприемствах города. У рейде, який прошел на акционерном товариществе 8 соковика, приняли удел и наши корреспонденты. На заводском годиннику 14:48 на предприемство мобильная группа Гомельского гарвыканкама приезжает за 20 хвилин до початку новой смены. Великой колькости працующих на проходной не на зирается. Практично все работники уже на своих працовных местах. Неде полтора года тому на 8 соковика увели электронную пропускную систему. Спыняться на прасу, те покидать працовное место ранее вызначенного часу сегодня никто не рызыкуе. Систематичные порушения працовной дисциплины могут скончиться звольнением. Такие выпадки были.
Яшчэ одно пытанне, якое цікавіць членаў мабільнай гарадской групы – узровень зарплаты. Сёння яна ніжэйшая за сярэднеабласную, але выплачваецца рэгулярна. Какая зарплата последнім месяце была? Последнім? Да, вот к новому году когда получили. $250. Сколько? $250. Так это аванс, зарплата или все? Какая аванс? Это все вместе. Все, 380 я получил. А чего такая? 380. Такая зарплата. А вы же говорите, с профессора наладчик. Ну да, вот столько и получаю. Наверное, такие профессора. Не, ну а серьезно? Ну, вполне серьезно. Ну это маловато. Всех почти одинаково. 8 сакавіка – один з найбуйнейшых вытворцаў высокаякаснага трыкатажу ў Беларусі. На афіцыйным сайце прадпрыемства адзначаецца. На працягу года спецыялісты распрацоўваюць і ўкараняюць у вытворчасць звыш 400 мадэляў вырабаў. Разам з тым, адна з сучасных праблем акцыянернага таварыства – недахоп кадраў рабочых прафесій. Работнікі са стажам ідуць на пенсію, а моладзь першапачатковая зарплата яўна не прываблівае. Праўда, і кваліфікацыя ў іх невысокая. На прадпрыемстве ўвогуле перакананы, сучасная сістэма падрыхтоўкі навучэнцаў каледжаў не адпавядае патрабаванням прамысловасці. Практычных заняткаў падчас вучобы павінна быць значна больш. Нам канкрэтна не хватае іменна рабочай прафесіі швея. Поэтому мы бы хацелі, чтобы і нашы каледжы гатовілі болей кваліфіцыраваныя кадры, і мы прынята, і ў нас на біржы ёсць заявка, і мы согласны прыняць дастатачнае калічыства швей і іх трудоўстроіць і абеспечыць работу. Паза ўвагі гарадской мабільнай групы не застаецца нічога, але і значных заўваг ніхто не выказвае. Аб прыездзе групы прадпрыемства загадзя не папярэджваюць. Гэта дае магчымасць убачыць рэальную сітуацыю. Што тычыцца 8 сакавіка, то умовы працы і адпачынку тут прызнаны прымальнымі. Работаюць женскі калектыў, і для них даўны быць созданы ўслові. І ещё прыятна впечатлення, значит, вы видели, сколько мы общались с людьми. Значит, люди чувствуют себя уверенно, люди подчеркивали уважение со стороны руководства. Надеемся, что, значит, это будет. Это они искренне нам говорили, и, значит, и вовремя выплачивается заработная плата с их слов, поэтому это не может не радовать. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Старшыня Рэспубліканскага дзяржаўнага грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў» Юрый Шумскі ў чацвер 17 студзеня наведае Буда Кашалёва. На сустрэчу, якая адбудзецца ў 18 гадзін у Цэнтральным доме культуры, запрашаюцца аматары палявання і рыбалкі. Удзел у абмеркаванні актуальных пытанняў прымуць таксама супрацоўнікі Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету і прадстаўнікі органаў унутраных справ. Модная тэндэнцыя катання са снежных горак на цюбінгах аказалася вельмі траўманебяспечнай. Пакутаюць ад папулярнага віду адпачынку і дарослыя дзеці. Практычна кожны дзень у Гомельскую абласную дзіцячую бальніцу за дапамогай звяртаюцца непаўналетнія. З пачатку зімы пацярпела больш як 20 дзяцей ва ўзросце ад 5 да 10 гадоў. Уздым зваротаў з траўмамі назіраўся падчас калядных святаў. Урачы заклікаюць бацькоў быць больш уважлівымі і па магчымасці адмовіцца ад катання дзяцей на цюбінгах. Наступствы атрыманых траўм галавы і пазваночніка могуць быць вельмі цяжкімі. Если катаясь на санках, ребенок может, в принципе, спрыгнуть, то при катании на тюбинге он не достает ни руками, ни ногами до снега. Поэтому он не контролирует. Плюс дополнительный компонент создает компонент вращения тюбинга. Дети теряют очень часто ориентацию, и травмы, которые они получают, тоже являются достаточно высокоэнергетическими. Сама по себе структура травм очень тяжелая. Вплоть до тяжелых повреждений и позвоночника, и таза, и черепно-мозговые травмы. При катании на тюбингах треба уличивать шлях руху. На им не повинно быть древ альбо інших перешкод. Объехать их на таким пристосовании не отрымается. У хил горки треба выбирать не больше, як 20 градусов. Кататься варто седячи и уличивать. Тюбинг – это не батут. Прыгать на им не варто. Снежныя баталіі. Сёння ў Гомелі на стадыёне «Прамень» распачаўся абласны этап рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па біятлоне «Снежны снайпер» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. За права прадставіць рэгіён у рэспубліканскім фінале на працягу 3 дзён будуць змагацца больш як 300 школьнікаў. Падрабязнасці ў Максіма Савіна.
Пасля церемонии открытия на лыжню. Невеликий мороз и амаль полная отсутность ветру. Умовы для споборництва по биатлоне близкие до идеальных. Лыжи катят добро и стрельбе ничто не перешкаджая. Першими на старт вышли самые маленькие, взрослые спортсменов 10-12 годов. Переодолеть треба 3 круги по 600 метров с двумя огнявыми рубежами. Узровень подрыхтовки розный. Нехто марудно, але упевнено рухается до финишу. А нехто проносится наперед с профессийным спрытом. Объединяя всех одно – спортивный азарт. 10-годовый Миколай Сулоев из вёски Поболова Рогачевского района показал великую худкость на лыжни и трапность на огнявых рубежах и перемогу в своем заезде. Такий добрый выник не выпадковый. Хлопец марит стать биатлонистом и тренируется нават летом. Учусь я в деревне в Поболово. На лыжах ездить зимой, а летом я на лыжероллерах езжу. У меня дома тоже воздушка есть, мы стреляем с папой. И в школе тоже воздушка. Мы стреляем. Я тренируюсь. Головный кумир Миколая, вядома ж Дар'я Домрачева. Не выключено, что сустреться со шматразовой олимпийской чемпионкой особисто юный спортсмен сможет, коли трапить на финал снежного снайпера. Гомельская область не улику лидера у Беларуси у развития биатлона. Але свои поспехи так само есть. Стреляющих лыжников выховывают у Гомеля и Жлобиня. С будовництвом лыжероллерной трассы в областном центре в этом году колькость биатлонистов повеличится. На сегодняшний день в Гомельской области биатлон развивается и довольно-таки успешно. Количество занимающихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях в области выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом. И сегодняшний день представители Гомельской области, 4 человека, находятся на подготовке в Витебском Новополоцком училище Олимпийского резерва и находятся в базовой команде Республики Беларусь. Спаборництво «Снежный снайпер» проводят у 3 узростовых категориях, старейшим спортсменам 16 годов. По выниках областного этапа сформируют сборную региона, якая отправится на республиканские спаборництвы. Яны пройдут у лютым у Центре олимпийской подрыхтовки по зимовых видах спорту «Раубичи». Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя, так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да наступных сустрэч у эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Снегопады вот уже который день продолжают атаковать наш регион. И несмотря на то, что коммунальные службы активно расчищают дороги, автолюбителям расслабляться не стоит. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 49 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Так, накануне рано утром в Мозырском районе столкнулись сразу 3 машины. На 2-м километре от автодороги Р-31 водитель МАЗа, поворачивая налево, не пропустил автобус. От удара последний выехал на встречку, где столкнулся с Audi A6. После этого все машины съехали на обочину, а в Audi оказался зажат водитель. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента водитель легкого автомобиля был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи. Водители автобуса и грузового автомобиля, а также 4 пассажира легкового автомобиля на момент прибытия спасателей покинули свои транспортные средства самостоятельно. В итоге в больницу попал водитель легковушки и 3 его пассажиров. В расследовании еще одного случая на дороге, в результате которого пострадала пожилая женщина, ГАИ просит помощи у очевидцев. Речь идет об инциденте в салоне автобуса. Двигаясь по улице Медицинской, водитель применил экстренное торможение. В результате чего в салоне автобуса совершила падение 59-летняя женщина. В результате происшествия женщина получила телесное повреждение, с которыми была доставлена в учреждение здравоохранения, где после оказания первой помощи отпущена домой. Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, госавтоинспекция региона просит сообщить по телефонам, которые сейчас на ваших экранах. В суде Центрального района Гомеля продолжаются слушания по делу бывшего морозовца. Согласно материалам дела, обвиняемый, вернувшись из тюрьмы, помогал выбить долг знакомому, а также вымогал деньги на поддержку сидящих товарищей, угрожая пневматическим пистолетом и распечаткой собственного приговора. В ходе сегодняшнего заседания были изучены очередные улики. Также была назначена дата прений. Как стало известно, они пройдут 25 января. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.
Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель» меняет состав. Команда рассталась с полузащитником Андреем Штыгелем. Игрок выходил на поле в 15 матчах минувшего чемпионата и отличился одним забитым мячом. Куда перейдет футболист, пока неизвестно. Напомним, ранее команду покинули нападающий Роман Волков и полузащитник Александр Батищев. Они перешли в «Городию» и «Минская торпеда» соответственно. С клубом также расстались 7 футболистов. Это защитники Аксель Конан и Гидеон Ба, полузащитники Сергей Шаповал и Максим Андреев, а также нападающие Александр Янченко, Ласина Дао и Вильфрид Яза. Также стало известно, что Гомель продлил контракт с Дмитрием Халимончиковым. Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 1 год. Минувший сезон полузащитник провел в Светлогорском «Химике». Там он на правах аренды отыграл 28 матчей и забил 5 мячей. Белорусский волейбол возвращается с зимних каникул. Гомельская «Энергия» одержала уверенную викторию над Марко ВГТУ. Волейболисты встречались 2 дня. Обе встречи остались за гомельчанами. К другим матчам тура. «Строитель» обыграл «Легион» 3-0-3-0. «Западный Буг» проиграл «Шахтеру» 0-3-1-3. «РГУОР» уверенно одержал 2 победы над «Мопидом» 3-1-3-1. «Коммунальник» Могилев потерпел поражение от «Батэ» БГУФК 3-0-3-0. Женский баскетбольный клуб «Гомель-Сош» открыл год 1-й победой. Гомельчанки встречались с РГУОРом. «Фортуна» оказалась на стороне Гомеля 49-39. В этот же день баскетболистки «Брестской Виктории» проиграли «Горизонту» 2 «Арцоп» 55-59. Следующие матчи пройдут 20 января. «Горизонт» 2 «Арцоп» сыграет с «Цор» «Виктория». «Цмоки» будут бороться с «Олимпией», а «Гомель-Сош» едет в гости к «Горизонту». Матч пройдет в спортивном комплексе «Хозяев встречи». Начало в 15:00. В Гомеле прошел 1-й международный турнир по смешанным единоборствам «Дело отважных». Он проходил под эгидой МЧС Республики Беларусь. В соревнованиях участвовали около 100 спортсменов от 9 лет и старше. Они представляли команды Гомельской, Брестской, Могилевской и Гродненской областей, а также российских городов Курска и Калуги. Белорусы отличились в каждой из 5 возрастных категорий. А гомельчанам не было равных среди кадетов 9-11 лет. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».